Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня будет жесткий видос, который будет разбивать ваши фантазии об изучении языков, поэтому если вы все еще лелеете надежду выучить английский за 3 месяца без регистрации смс, то попрошу на выход. Я не хочу слушать ваше нытье потом в комментариях. Идею этого видео подкинул мне садовый Василий, который изучает английский по известной всем своей неэффективности Duolingo. Для тех, кто не в курсе, что такое Duolingo. Duolingo — это приложение на телефон, которое построено по принципу тестирования. Она показывает вам красивые картинки, говорит, как они называются, потом через некоторое время она снова показывает эти картинки, спрашивает, как они называются, вы отвечаете, программа дает вам 5 звезд, и вы радостные получаете ощущение, что вы изучаете английский язык. У меня пройден курс французского на Duolingo полностью, и как ни странно, я до сих пор не говорю по-французски. Почему так получилось? Потому что, и я хочу, чтобы вы это записали и повесили на стену, вы умеете делать только то, что вы учились делать. Вы не научитесь красить забор, изучая, как забивать гвозди. Duolingo не учит вас разговаривать. Duolingo учит вас проходить тесты. Поэтому максимальный результат, на который вы можете рассчитывать, занимаясь по подобным приложениям или листая ленту с пабликами, где выкладывают слова, это умение проходить тестов и знание десятков, в лучшем случае сотен слов. Кстати, и это тоже надо записать и повесить на стену. Знание слов – это не умение разговаривать. Умение разговаривать – это умение разговаривать. Не смешивайте эти понятия. Детерминизм.